Всем привет! С вами Юля. Сегодня 1 апреля, суббота. Очень так удачно совпали даты, потому что ну и начало нового месяца удачно можно подвести итоги за прошлый месяц. Ну и суббота, и у меня сегодня выходной. Муж отправился на работу, я сегодня ленюсь, я устала, поеду завтра на работу. Сегодня я хочу немножко отдохнуть, ну как отдохнуть, вместе с домашними делами вперемешку, да. Хочу рукодельничать, у меня много планов на сегодня, ну и буду потихоньку делать свои дела. Благо есть у нас у женщин, появляются все больше и больше роботов, поэтому становится легче немножко справляться с домашними делами. Но, тем не менее, тоже как бы время нужно, ну, чтобы что-то включить, да, машинку загрузить, выгрузить. И вот такие вот все эти тоже вещи нужны. Плюс какие-то еще нужно будет делать уборки все равно. Ну, буду делать с паузами. Чуть-чуть буду делать домашних дел, чуть-чуть буду вышивать, шить, наводить порядок в рукодельном уголке. Ну, в общем, такие у меня сегодня планы. Вот. Ну, а в первую очередь, конечно же, хочу сейчас снять видео, чтобы уже разобрать все вещи, которые я тут разложила на кровати, подготовила, что хочу вам показать, и буду уже заниматься всеми делами. Итак, во-первых, показываю вам полностью готовую работу. Это Lavender and Lace, Ангел Мира. Вот такая большая, красивая работа. Начала ее несколько лет назад. И очень долго ее вышивала. Ну, вышивала, потому что делала перерывы, были совместные проекты, были еще какие-то отвлекалки, поэтому процессом не очень-то сложный. Вот эта часть вышивается достаточно легко. Единственное, что вышивается сложно, это планета. Вот. Ну, а так все остальное, в общем-то, можно очень быстро вышить, если вы заниматься только одной этой работой. Вот здесь очень много бисера, здесь много металлика Rainbow Gallery. Знаете, такая работа богатая, яркая, насыщенная, ну и очень уравновешенная, не наляпистая. В общем, все здесь гармонично. Вот здесь у меня не хватало бисера, я вам в последнем видео показывала, что вот на этом этапе, где здесь вышивала, у меня закончился бисер, и мне пришлось этот бисер дозаказать. Вот. В принципе, достаточно быстро пришел бисер. Вот. И я в тот же вечер приступила к зашиву пропущенных участков. Ну, где-то примерно 40 бисеринок у меня ушло. Вот. И когда я вышивала бисер, я обнаружила также несколько крестиков пропущенных, поэтому я сразу все дошила, все доделала, все, в общем-то, у меня полностью готовая работа. Вот такая она красивая. Сейчас я вам показываю, свет удачно падает, показываю с разных ракурсов, чтобы вы могли посмотреть внимательно переходы и крестики, потому что, конечно, работа очень детализированная. Ну и, скорее всего, вот так вот с близкого расстояния мы с вами ее смотрим в последний раз, потому что она отправится в рулон. Да, к сожалению, пока я оформить эту работу не могу, потому что у меня есть некоторые, ну, достаточно большие личные траты, поэтому мои вот эти игрушки, мое баловство должно немножко подождать. Это не первая очередность. Ну, придет время, оформлю. Поэтому пока работа отправляется в рулон. Вот очень красивый здесь участок с крупным бисером и металлик здесь в переплетениях. Прям шикарно. Вот этот участок тоже какой красивый. Прям показываю вам с разных ракурсов, чтобы вы могли оценить, какое здесь сочетание бисеров и ювелирного, и обычного, и крупного. Такая красота. Что сказать, браво-браво дизайнерам, потрясающая работа, вот такие переходы качественные, простыми ниточками выполнены, вот такая красота, вот. Ну и что я еще сделала,
Я также отрезала, у меня здесь был большой запас. Я отрезала кусок основы, кусок канвы, да, для того, чтобы использовать под какие-то мелкие вышивки. Раньше я не сильно-то увлекалась мелочевкой, а сейчас, так как я шью, мне небольшие дизайны тоже нужны для того, чтобы их как-то красиво оформлять в какие-то интересные тоже прикладные вещи. Вот, но здесь остался достаточно большой запас, видите, даже если на подворот и воздух есть, хватит, большой кусок. Вот, отрез был 50 на 70, поэтому высоты мне хватило. Ширины, ну, прям вот в аккурат, чтобы, ну, сделать подворот и оставить немножко воздуха. Вот такая вот красивая, шикарная работа у меня полностью завершена. Третий финиш в этом году. Вот так, 3 месяца прошло, у меня всего лишь третий финиш, и причем другие 2 работы у меня, ну, там были одна маленькая, вторая вот дорожка, я ее там чуть-чуть доделала, поэтому как-то даже не очень-то серьезно у меня в этом году мало финишей. Ну, вот так бывает, у меня что-то, какие-то старты, не могу успокоиться, не могу никак я остановиться с этими стартами, много всего хочется, поначинаешь, потом не знаешь, что делать. Ну, вот такие вот у меня здесь новости, идем дальше. Так, дальше я вспомнила, что у меня есть вот такой вот дизайн начатый, тоже уже, по-моему, несколько лет он лежит. И, кстати, этот дизайн у меня в планах на этот год завершить, потому что дизайн мне очень нравится, он симпатичный, яркий, моя тематика. Здесь и цветочки, и птички, и все ярко. В общем, очень такой жизнерадостный, весенний, летний дизайн, прекрасный. Начала несколько лет назад. Ну вот, знаете, у меня так часто бывает, начну, и вот он не пошел. И вроде бы ничего сложного, но не знаю, не шел процесс, и все. Я вот по ниточке что-то вышивала, как-то пыталась его продвигать, но вот не было настроения, поэтому отложила. А сейчас вернулась, и вы не поверите, на ура идет, ну просто какое-то чудо. Вот, что здесь с этим дизайном, какая сложность? То, что здесь очень много цветов. Вот можно сказать, маленький дизайн, но практически многоцветка. Здесь 70 с чем-то цветов. Вот видите, коробочка здесь где-то, ну здесь где-то около, наверное, 90 цветов. Около 190, ну это не ДМС, оригинальная коробка, ну пусть 90 сюда помещается. Она почти полная, здесь 70 с чем-то цветов. Достаточно затратный такой дизайн, не так нужно много. Вот, ну, цветов нужно много, они часто, цвета меняются, как в многоцветках, по 2, по 3 крестика. Ну не по 2, по 3 крестика, 5, 6, 8, 10, вот так вышиваешь группками, и нужно срезать ниточку. Вот, вернулась к этому дизайну, приступила, у меня было вышито немного, если найду фотографию, вставлю, что у меня было вышито. Вот, и что у меня есть уже на сегодня, так, чуть-чуть вот так вот, сегодня у меня уже вышито вот так, еще не половина, но, знаете, уже проявился первый ряд, и смотрится уже очень симпатично, я вышила бэкстич, подчеркнула уже основные детали, поэтому работа заиграла, краски проявились, и у меня появилось настроение, конечно же, продолжать вышивать дальше эту работу. Очень симпатичны здесь вот эти домики, скворечники, надписи, все здесь мне теперь нравится, и знаете, работа пошла, и я удивляюсь, ну вот как так, начинала вышивать, прям через силу отложила, отлежалась работа, и сейчас, конечно же, хочется ее вышивать, вести до финиша. Вот, единственное, что у меня с этой работой, у меня здесь не хватает одного цвета, вот здесь есть пропуски, по-моему, 766-го, и мне нужно ехать за этой ниткой в прям центр города, и ехать нужно сегодня, очень-очень лень. Есть у меня неразобранные нитки от ДМС, и, может быть, я сейчас там пересмотрю, может быть, я там найду эту нитку, но хотелось бы, потому что ехать за одной ниткой, одеваться, ну прям вот
вот действительно лень. А так, конечно же, я продолжаю дальше вышивать, даже оставляю пропуски, даже без этой нитки, потом куплю и дошью. Вот. Ну, в целом, самое главное с этой работой то, что мне здесь теперь все нравится, и процесс мне нравится. Ну, дизайн мне всегда нравился, процесс меня почему-то как-то мучил. Теперь процесс у меня идет, ну, на ура. Вот еще раз вам показываю поближе-ближе, чтобы вы могли полюбоваться деталями. Дизайн такой, ну, очень миленький, сердечки, тут вот эти вот скворечники, home sweet home, такие краски яркие. Вышиваю на льне, по-моему, 32 каунт. Вот такая красота получается, ну, прелесть. Прелесть, прелесть, хочется поскорее вышить и сделать баннер. Не знаю, что я буду делать, ну, может, баннер, может, а может, в картину. Ну вот, достойная работа быть оформленной и в картину. Вот, поэтому вот такие у меня здесь новости с этой работой. Работа движется, и эту работу я в апреле ставлю себе в планах на финиш. Обязательно я ее хочу завершить. Не знаю, что я как буду делать. Надо лучше организоваться и, конечно же, вышивать пошустрее, чтобы к маю она была готова. Будет самое то. Вот, ну, идем дальше. Так, дальше у меня процесс от Dimensions, мои закладки, которые здесь вышивать-то нечего, но я отвлеклась от закладок на Home Sweet Home от Stony Creek, поэтому закладки у меня лежат недовышитые. Ну и вообще я здесь практически-то не вышивала, вот сделала небольшую наметку, и все, и лежат. А вышивать-то тут осталось совсем вообще ничего. Ну, пару вечеров, ну пусть не пару вечеров, но 3-4 дня в полном расслаблении вышивать, не спеша, не по много крестиков, и будут готовы. Поэтому я вот вам их показываю, что мне нужно их закончить тоже в этом месяце. Все, больше как бы откладывать финиш, ну, нет смысла, тут работы очень мало. И закладки вышиваются не очень легко, здесь нет каких-то сложностей. Ну, просто вот меня что-то отнесло в другую сторону. Вот здесь я сейчас вышиваю гладевый стежочек, он такой миленький, быстро вышивается. Вот тут вот он. И дальше все там. По крестике тут, по-моему, все вышиты. Бэкстич, французские узелки, по кругу бэкстич, и все готово. Что? Ну, тут вот чуть-чуть побольше работы, но тоже немного. Вот, все у меня организовано в такую коробку. Кстати, еще одна моя бескорнюшка с бабочками. Вот они, нитки, вот, с иголками, прям вот так. Это здесь декоративные элементы, мусорничка вот так стоит. Ну, в общем, такой процесс хорошо организованный. Бери и вышивай, Юля, не ленись, находи время. Надо брать, как у меня было лежало, вот так. Надо брать скорее и вышивать. Вот. Так, показала вам этот процесс, идем дальше. Так, ну и с крестиковыми процессами все. А теперь переходим к моему хардангеру. Это моя новая любовь. И вообще, мне, знаете, нравится, понравилась идея делать дорожки, что-то прикладное, поэтому я буду в год делать по одному изделию в разных техниках, и вышивки, и с хардангером, и в сочетании, в общем, в зависимости от настроения и от идей. Идей много, но тоже будет играть роль, конечно же, и настроение. Вот сейчас победил хардангер, я долго собиралась сделать что-то, ну, более в хардангере, потому что я так чуть-чуть попробовала, мне заинтересовала эта техника. Вот, хотела сделать какие-то маленькие такие изделия с хардангера. Ну, мне было лень с малышками играться, поэтому я сразу схватилась за большую работу. Вот, размер дорожки будет 48, ну, примерно на 1,50 м, 1,60 м. Не знаю, насколько, как по рисунку пойдет. Вот здесь вот ширина получилась 48 сантиметров. Вот, ну, нормальная ширина. Мне бы хотелось чуть побольше, но рисунок такой. Плюс еще ткань очень сильно села. Села Лугана, я уже говорила, Лугана 25 каунта, садится очень круто. По ширине на 5 сантиметров, по длине на 10.
прям вот в раз. Раз и все, все сантиметры съела. Вот, значит, в интернете нашла я схему, дизайн. Мне понравился этот дизайн тем, что вроде бы и дырочки как бы есть, но и сам рисунок не сложный. То есть даже вот начинающий может взять с нуля и запросто вышить это изделие. Вот вообще нет ничего сложного. Поэтому я выбрала этот дизайн, потренироваться. Ну и мне захотелось сделать вот такую вот светло-голубую нежную гамму. Ниточка у меня здесь меланжевая, перлекотон, 67 номер. Вот, хотела сначала делать два цвета, использовать два цвета меланжа, но один перебивал другой, было очень как-то наляписто, переходы все съелись, поэтому я выпорола и все переиграла, все переделала. У меня здесь два цвета в итоге задействованы, 67-й, ну и белый цвет для переплетения. Использую тоже восьмерку, потому что лугана-то все-таки крупная, и здесь эта ниточка очень хорошо ложится, тоньше даже и не надо. Мне все нравится то, что вот получается. Ну, сейчас вам сделала такой большой ракурс, ну, в смысле издалека, чтобы вы посмотрели, как смотрится цветовая гамма, как вообще сейчас вот выглядит работа. У меня уже выведен один угол, да, и уже пошла длина. Здесь уже полностью все элементы у меня готовы, а здесь у меня только наметка. Спешу делать этот угол, потому что я пожадничала, оставила совсем маленький вот такой отступ. И я снова бахрится, поэтому мне нужно побыстрее его вывести, обметать. Ну а дальше уже я могу делать все мои манипуляции, вышивать алжирские глазки, делать кружево внутри и, в общем, все вот такое. Поэтому сейчас у меня вот такая задача — вывести всю длину. Вот. Ну и чем еще мне понравился этот дизайн, то что он достаточно имеет прямые линии, потому что часто хардангеры, знаете, это очень такие угловатые дизайны, особенно вот здесь вот часто делаю такой угол. Я вообще эти углы не люблю, даже когда готовые изделия покупают с углами, прям хочется взять их и отрезать. Ну, не люблю там эти какие-то углы, то ли их то ли они свисают, то ли они не закрывают всю поверхность. Я люблю, чтобы от края до края, поэтому и дизайн хардангера выбирала именно вот такой. Вот, что еще здесь сказать? А, ну вот, стала еще делать здесь, давайте уже приближу, буду показывать какие-то детали. А также по схеме шел вот такой простой гвоздевой узор. Схема у меня с интернета не очень четкого качества, поэтому мне здесь было, конечно, тяжело высчитывать, как нужно состыковать вот эти нитки. Ну, я думаю, что у меня получилось. По-другому я даже не знаю, как это можно состыковать, но как-то вот так. Мне кажется, что он здесь, этот рисунок, нужен. Он подчеркивает, ну, создает какой-то, наверное, законченный вид, да, не просто вот хардангер. Есть еще вот эта окантовочка, которая будет идти тоже по всей внутренней стороне этого рисунка. Ну, как-то так получается. Тоже с меланжем играюсь. Где темнее, где светлее. Ну, как-то симпатично получается, мне кажется. Да, как-то так. Ну, вот давайте покажу вам уголки. Какие красивые. Вот здесь вот все будет обрезаться. Вот так, прям по край. Вот это все уйдет. Вот так, по кругу, по кругу. Здесь идет обметочный шов. И по кругу все это будет обрезаться. Ну, конечно же, в конце уже. Вот такой вот я узор делала первый раз. Посмотрела по инструкции. Ну, там просто картинка была. Или, либо испанский был язык. Ну, что-то такое. Я, конечно, прочитать не смогла. Но по картинке я вот разобралась и раз-раз и сделала. Это вообще очень просто делается. Главное было правильно вырезать. Вот здесь какой-то был другой элемент, но я не разобралась, как его выполнять. Ну, сделала немножко по-своему. Тоже симпатично. Хардангер дает эту возможность играться.
и делать по-своему какие-то элементы, что-то менять. И самое главное, цветовая гамма. Если вы возьмете основу другого цвета, можно взять просто бежевую и вышить все белыми нитками. Это будет тоже очень шикарно, эффектно. Вот в чем прелесть хардангера. Даже тот же самый рисунок, который вот я вот показываю, вышить на другой основе, другого цвета, другими нитками, это будет уже что-то совершенно другое. Просто, быстро, увлекательно, вы даже не поверите, как затягивает хардангер. Это какое-то волшебство. Очень круто. Вот, ну видите, здесь пока еще я не резала. Я сняла два небольших видео, где я показывала, как надо вышивать базовые элементы. Вот даже начинающие запросто посмотрят и смогут вышить этот рисунок, эту дорожку. Схему я оставила во всех соцсетях. Переходите по ссылкам в инфобоксе и можете скачать, и можете взять, потренироваться, взять, вышить просто один вот этот блок, вот этот глазок, посмотреть, как оно вышивается, и сделать какой-нибудь мешочек, игольницу, ну просто что-то прикладное, просто потренироваться. Вышить можно вот один просто этот блок, или вышить вот внутренний глазик просто один. Тоже все очень просто. Вот, поэтому хардангер я теперь полюбила. Это очень интересно. Я всегда его боялась. Думала, что это что-то такое сложное. Нужно быть прям суперспециалистом, уже там с опытом. Нет, ничего не нужно. Это все очень-очень просто, проще, чем крестик. Вот, и эту дорожку я вышиваю в основном по вечерам, когда, ну, крестик вышивать уже сложно, глаза устали. А здесь это все-таки 25-й каунт, поэтому крупной иглой. Одна нить, рисунок, в общем-то, ну, такой однородный. Берешь и вышиваешь. Ничего нет сложного. Все очень просто, интересно вышивается. И вот особенно меланж мне нравится, получается очень эффектно. Вот. Но если цветная основа, можно вышить просто белыми нитками, тоже будет эффектно, очень будет классно. Есть вышивают хардангер в цвет основы, то есть белая основа, белые нитки, там зеленая основа, зеленые нитки. Мне не очень нравится. Я вот именно люблю какое-то такое сочетание цветов. Особенно есть дизайны, где удачно сочетаются несколько меланжей. Вот у меня не получилось. Но есть такие подборки, где прям получается из двух цветов меланжей просто какой-то шедевр. Не оторваться. Ну, хочется постоянно любоваться, да, переходами и тем, что вот получается. Но это мастерство тоже своего рода. Вот, поэтому в моем рукоделии теперь не только крестик, но и хардангер, ну вообще прикладные будут дорожки, не только в хардангере, еще какие-то будут вещи. Вот, ну так как я сказала, что не только вышивкой теперь живу, у меня есть машинка швейная, которую я потихоньку осваиваю, раньше я ее прям вообще боялась, даже прямые строчки было сложно шить, но теперь потихонечку, пробуя, я набиваю руку, и, конечно же, у меня появляются какие-то идеи по шитью, кое-что шью. Ну, сейчас у меня очень много вдохновения именно на швейное, поэтому переходим к следующей теме, показываю, что у меня там, какие новости. Итак, во-первых, я сшила, наконец-то, косметичку вот с этой работы. Это дизайн Dimensions, пионы в вазе, по-моему, называется, я не помню, как называется. В общем, у меня был этот дизайн не оригинальный, вот Classic Design. И когда стала вышивать, я поняла, что там очень много всего Classic Design меняет, чтобы было не по схеме, чтобы как бы ну, не могли сказать, что скопировали их дизайн, да. Вот, я стала менять нитки, основу, в общем, все там меняла, чудила, мучилась, ну, работу довышивала. И долго не могла придумать, ну, что же мне сделать с этой вышивкой. Маленькие работы я не оформляю, потому что, ну, тут большие вешать уже некуда, маленькие, тем более, как бы, сложно куда-то повесить, найти им место, всегда хочется больше места отдать большим, более серьезным работам. Вот, но когда начала шить, я поняла, что прекрасно оформится эта работа в косметичку. И все, думала,
какие ткани, цвета, когда, что, ну, как-то не могла собраться силами. И вот время пришло, весна, думаю, так, где моя красивая косметичка? Вот, поэтому я подобрала вот такую основу, долго думала, какую, и решила сильно не... ну, сильно не заморачиваться с какими-то пестрыми тканями, чтобы все-таки было более-менее гармонично. Выбрала вот такую основу. Вот. Внутри у меня тут на молнии. Внутри у меня обычная вот такая вот розовая основа. Видите, вот так получается, очень нежненько. Вот. И на молнии. Когда шила, накосячила, да, без этого никак, потому что я вшила неправильно молнию. Что-то я здесь хотела сделать по-крутому, у меня ничего не получилось. Пришлось полностью все, когда я уже собрала, вывернула, получился у меня вот здесь или вот здесь. А, вот здесь получился какой-то такой горб. Пришлось все распороть, полностью разобрать. А вы понимаете, когда шьешь, это одно, а когда распарываешь и потом обратно все сшиваешь, это просто ужас. Ну а куда деваться было, нельзя было оставлять то, что мне там получилось, поэтому я все распорола, пришлось все перешивать. Благо молния у меня была большая. Вот, ну вот так получилось. Ну, в принципе, можно было чуть-чуть, конечно, делать запас, но как-то так получилось. Нормально. В общем, нормально. Так как я не прям суперспец. В общем-то, нормально. С этой стороны оставила вот так хлястик. Я специально хотела ставить хлястик, чтобы не были сильно зажаты углы. Потому что, когда молнию заворачиваешь, все-таки как-то углы получаются вот такие. А зашивать молнию, делать ее закрыто, вот где-то так, ну, был бы меньше вход. Мне хотелось как-то все-таки больше пространства. Я хотела, знаете, такой бочонок, такую большую, какую-то коробочку, косметичку, не знаю, как ее назвать. У меня здесь очень широкое дно, прям вот такое огромное. Вот там можно прям, я не знаю, что складывать. Банки, коробки, не знаю, ну все что угодно. У нее есть хорошая форма, и она у меня стоит, видите, вот так. Вот так мне хотелось. В общем-то, я так и сшила. Вот здесь у меня все, в общем-то, получилось. Единственное, я с ней намучилась, потому что мне пришлось полностью разбирать и из-за этой молнии. Вот, поэтому я себя поругала и сказала: Юля, 7 раз отмерь, подумай, потом уже вот делай что-то там. Ну, бывают такие моменты, что ж, я учусь, это мой первый опыт, я тем более никогда раньше не шила, и сейчас по мастер-классам просто смотрю и вот учусь. Ну, вроде бы получилось. Мне очень нравится, мне даже прям жалко туда складывать эту косметику. Сделала простую стежку, ну, так вот, потому что другой больше не умею. Ну, просто так вот прошить это я смогла. Вот. Мне даже прям жалко туда складывать какую-то косметику, таскать с собой в сумке, будет затираться все. Наверное, сложу сюда бисер от Mirabilli, у меня его много, ну, вот эти материалы. Пусть там лежат эти коробочки, как раз дно есть, будет хорошо стоять, прям красота будет. Себе придется что-то новое вышивать и делать косметичку. Это прям жалко. Вот, будет все это там для бисера. Ну вот, пошила, смогла. Мне нравится. Знаете, работа теперь будет меня радовать, потому что лежит в рулоне, там мнется, непонятно что, а так вот все уже работа пристроенная. Ну и вдохновившись этим изделием, своим каким-то успехом, я решила на этом не останавливаться, ловить вдохновение нужно на ветру и продолжать развивать успех, в общем, так сказать, исправляя ошибки. Я решила оформить еще несколько маленьких работ, которые, ну, тоже много-много лет лежат, думаю, ну что с ними делать. Поэтому я решила оформить еще вот эту вышивку. Это рукодельные забавы, марка «Нарциссы». Такая красота, это был подарок от Валерии Сарычевой. Она сейчас мало снимает видео. Очень жаль, у нее очень интересные тоже работы. Вот был этот момент такой, мы обменялись подарками. Вот, вышилась эта марочка, и я все думала, то ли пинкип сделать. Ну, пинкип жалко, куда его повесить, пристроить. Вот, и лежала эта работа, лежала, вот, и... Я сначала хотела оформить в черный бархат, а потом подумала, нет, будет сильно как-то темно. Ну,
принципе, тоже было бы хорошо. Черный бархат, он такой очень приятный, мягкая основа. Вот. Ну, сейчас весна, наверное, поэтому у меня появились другие идеи. Я хочу оформить в конверт. Вот, я сначала начала собирать. Сделала боковушки, пришила низ и стала думать, ну и что дальше? Вот я сделала, да, какую-то часть, что это будет? То ли это будет какая-то сумочка, косметичка на замочке, то ли с конвертом, ну как с клапаном. Думала и решила сделать что-то новое, ну чтобы себя тоже как-то поучиться, потренироваться, поиграться. Так, вот поэтому я решила сделать конверт. Решила, ну так как я использую желтые ткани, такие достаточно яркие, вот, решила использовать здесь также красную молнию, чтобы она подчеркивала эти 32 копейки. Вот, будет вот так. Так, не так. В общем-то, как-то вот так это должно быть. А здесь надо молнию вот так пришивать, оставить больше места по краю, чтобы было видно, что здесь у нас такая красная молния. Вот. Вот будет у меня вот такой интересный конверт для процессов. Сюда у меня должны заходить нурги. Сейчас я посмотрю, есть что-то под рукой. Ну, большие, наверное, не зайдут. Тройка, может, поменьше, да. Но если буду шить прям очень аккуратно, то и тройка зайдет. Если делать совсем маленький отступ. Вот. А так, конечно, для чуть поменьших. Ну, для каких-то органайзеров. Ну, пригодится. Сейчас, знаете, разбирала свой рукодельный шкаф, и я поняла, что вот эти сумочки всякие, конвертики, они очень нужны. Очень хорошо все организовывается. Ну, в принципе, да, может поместиться. Ну, посмотрим, что получится, потому что я считаю, швея, у меня бывают промахи. Вот. Ну, и успела я покроить еще вот задничек тоже простегать. А подклад я еще не делала. Я хотела это сделать вчера, в пятницу, но вернулась поздно с работы, поэтому, конечно же, уже сил нет. Так бы был бы у меня еще один финиш. Но вот не случилось. Буду его делать сегодня. Будет у меня апрель начинаться как раз с какого-то интересного финиша. Надеюсь, что сегодня я смогу доделать эту работу. Ну, в принципе, осталось, да, сделать подклад. Кстати, подклад я тоже думала, чтобы мне взять на подклад. Сейчас вам покажу, что я выбрала. У меня много тоже разных желтых, но думаю, ну совсем все желтое будет не очень хорошо. Было бы классно, конечно, сделать красный, но красного у меня уже нет. Я его уже где-то использовала, там остался маленький кусочек. Вот, а из того, что у меня есть вот такая вот коричневая основа. Тоже сюда подходит, мне кажется. Но я подумаю. Что еще можно сделать? Зеленую какую-нибудь можно сделать основу. Кстати, да, зеленой мне тоже много. Может быть, сделаю зеленую. В общем, посмотрю. Вот у меня две части готово. Осталось сделать подклад и, конечно же, собрать. Самое главное, правильно сделать молнию. Потому что я с молниями умею такое сотворить, что вам даже это и не снилось. Ну, ничего, будем учиться. Здесь обязательно нужно будет молнию наращивать, закрывать ткани, чтобы аккуратно она сшилась. Ну, в общем, буду смотреть разные мастер-классы, учиться, набираться ума, разума, как все это делается, и буду потом покажу, что получилось. В общем, вот такие вот у меня здесь швейные вещи. Иду показывать вам дальше. Так, тут, чтобы вам все показать, пришлось камере добавить высоты, потому что полотно-то большое, и частями, если показывать, вам будет непонятно. Тут нужно показывать все вместе. Итак, есть у меня вот такая красивая вышивка, очень симпатичная. В рамочку я ее сразу, когда вышивала, не планировала оформлять, потому что, ну, она такая очень простенькая, да. Я ее хотела оформить именно в прикладной. И сразу я увидела ее в чехол на мою машинку швейную, так как она у меня стоит на столе. И как раз вот этот рисунок будет впереди. Буду любоваться, буду смотреть. Очень такой милый, позитивный. Мне нравится здесь цветовая гамма. Вот, увидела
как деталь чехла для швейной машины. Но у меня не было тканей. И, знаете, вот подобрать ткань, особенно по интернету, это прям вот, это нужно быть особым специалистом. Я долго сидела, выбирала прям вот несколько часов вот с этой вышивкой. Прям к экрану прикладываю и так, и сяк. Думала, думала. Ну, где я покупала, у меня один рукодельный такой магазин с тканями. В принципе, по обслуживанию мне там все устраивает. Вот, я как бы в нем уверена, что они меня быстро присылают, и другие пока не хожу. Себя как-то ограничиваю одним. Вот. Ну, и из того ассортимента, что там было, я выбрала несколько тканей. Во-первых, это вот эти ткани. Дальше купила, там у них есть подборка, несколько тканей они сами нарезают. Купила вот такую подборку, вот, потому что здесь был вот этот зеленый, но он выглядел как-то более спокойным зеленым. Поэтому я взяла и этот зеленый, но он очень уж зеленый, сюда он никак не попадается. И вот к этому зеленому там была вот такая ткань очень симпатичная, но она тоже сюда никак не подходит. И вот такая тканюшка. Вот эта тканюшка сюда прям к голубю вот классно подходит, идеально. Но в целом, если использовать ее, как-то не очень. Вот. Что-то здесь мне не нравится. В общем, из всех тканей, которые я купила, ну, я вам уже сразу разложила, да, я останавливаюсь, вот, основа у меня вот вот этот светло-зеленый цвет, такой оливковый, может быть, его камера не очень правильно передает цвет, но он сюда прям идеально подходит, очень все гармонично. Вот. Ну и к этой основе я купила еще вот этих птичек. Птички, конечно, забойные, потому что здесь очень крупный рисунок. Они классные, мне очень они нравятся, прям глаз не оторвать. Вот. Но сам рисунок, конечно, крупноватый. И много сюда этих птичек не пустишь, вот, поэтому что, они мне сюда подходят, и я поэтому сегодня с утра пересматривала разные швейные идеи, думала, думала, ну, в общем, что я себе здесь придумала, показываю. Значит, основное полотно будет вот это зеленое, внизу на подклад тоже будет это зеленое, конечно, будет стежка, что будет со стежкой, еще не знаю. Вот эту основу я хочу пустить на кармашки, вот так впереди, как вы видите, то здесь будет вот так вышивка, потом вот тут вот будут кармашки, я их здесь тут как-то размещу, ну примерно, да, какой ширины и высоты не знаю, пока вот примерно так кармашки. Вот, а дальше у меня должны идти какие-то блоки, но чтобы не монохром был, а как-то нужно это все дело разбавить. Вот, и хочется сделать какие-то блоки, но так как ширина здесь у меня сильно не позволяет, ширина машинки где-то 40 сантиметров, это я тут вам разложила тут такое полотно, не так-то круто будет, поменьше, вот так где-то это все обрежется, понятно, вот, где-то 40 сантиметров, то большой блок пычурка сделать не получится, они все большие блоки, они где-то 22 на 22, 23 на 23, ну такие, вот, и получается только один блок поместится в центре, да, с какими-то широкими отступами. В общем, я там думала-думала, присмотрела себе один вариант, более-менее то, что мне как бы подходит. Это будут, ну, там есть несколько разновидностей гусей, летящих гусей, как птицы, там летящие птицы или гуси, как их называют, сшиваются. Вот, и нужно придумать мне, как этот элемент, надо вам показать, наверное, этот элемент, сейчас покажу. Так сфотографировала прям с видео. Вот. Вот это классические гуси называются, а это, ну, тоже какие-то гуси, в общем, какой-то вариант сшивания. Я вот склоняюсь вот к такому варианту, потому что это будет сильно, ну, наверное, как-то грубовато, да, такие большие блоки, такие маленькие, разбросанные геометрией, мне кажется, будет симпатичней. Вот. И я все думаю, что же мне какие ткани здесь использовать. Запас у меня не очень большой ткани, поэтому особо из чего выбирать. Вот. Это выбрала те ткани, которые вот более-менее как-то сюда подходят. Но вот эту основу пустить
будет сильно наляписто, как бы не сочетаются, ни то, ни сё. Вот из этой делать основы, тоже треугольнички эти, кусочки, тоже не пойдет. Что-то нужно мелкое. Вот, ну и что я думаю? Я, скорее всего, знаете, простота. В простоте все решения. Белый цвет. Белый цвет должен меня спасти. Потому что он сочетается вот с этими, с этой тканью, тут точечки, цветочки. С этой основой белый цвет. Есть у меня еще вот такие вот точечки, кружочки. Но этот цвет, он как-то сюда еще подходит, вот к этой основе не очень. Поэтому я его тоже убрала. И решила вот все-таки белый цвет. Белый цвет, мне кажется, будет симпатично. И, скорее всего, будет он у меня как основной в блоках. Белый, чтобы будет продолжаться белым, наверное. И маленькое вкрапление, и вкрапление вот этого зеленой основы. Будут здесь треугольнички. Наверное, как-то так. Ой, даже не знаю. Ну, можно птиц пустить, что их сделать вверху, внизу. Будет сильно ярко. Честно вам скажу, не знаю, не знаю. Но сильно забойно, если будут эти птицы кругом. Только на карман можно пустить. В общем, у меня какая-то идея есть, а как правильно все это сделать, не знаю. Может быть, наоборот, оставить все зеленым, сделать только белым вкрапление. Не нужно делать белым, будет сильно, наверное, как-то даже не знаю. Тяжело. Тут должно как-то работать воображение. Не знаю. В общем, не знаю, не знаю, не знаю. Буду думать. Вот такие у меня здесь муки творчества по-настоящему, потому что нужно ткани мало. И как нарежу, и все, потом это все невозможно будет вернуть. Поэтому сразу нужно решаться, определяться, что у меня здесь будет. Ну, вот эта основа точно у меня подходит как основа. Можно сделать, конечно, монохром, но будет скучно. Прям вот будет вообще скучно. Может, и не очень скучно будет. Чехол можно сделать просто монохром, сделать стежку. Да нет, скучно. И вот из этой основы, я думаю, также делать и кант и сбоку. Вот, вот как будет. Вот так будет и кант, и карманы. Так, ну вот такие вот у меня здесь идеи. Надо все это считать. Канеты, кстати, у меня здесь мало. На кант не хватит, нужно будет докупать 50 на 70 отрез. Я взяла специально маленький отрез, ну, в смысле, в комплекте, потому что хотела посмотреть, что мне подойдет. Если что, эту ткань я могу себе дозаказать. Она мне, кстати, очень нравится. С нее можно много всего интересного пошить. Вот. Ну, буду думать и вам потом покажу, что получилось. Если получится, не получится, не покажу, позориться не буду. Вот. Что еще? А, ну были какие-то покупки. Сейчас еще вам кое-что покажу. Так, как всегда, сейчас сядет батарея. Так, ну я вам показала ткани. В принципе, ткани вот. То, что я вам показывала, это мое новое поступление. Очень мне нравится использовать монохром. В общем, универсальные оттенки. Здесь какие яркие. Классная основа. Вот так вот со свечением. Хорошо видно. Тут сдалека я вам показывала. Конечно, не рассмотришь. Вот такое сочетание. Прям шикарное. Очень яркое, летнее. Вот это у меня то, что куплено. Здесь у меня большой отрез метр. А это я отдельно покупала метр. А здесь из нарезов 50 на 70. Видите, как они хорошо сочетаются. Вот, если еще сюда и беленькую, ну, больше цветов, я думаю, сюда и не надо. Только нужно придумать, как это все грамотно совместить. Девочки, если кто-то шьет, пишите идеи, я к вам прислушиваюсь. Нитку вот такую купила. Ну, здесь ее камера подсвечена, прям такая забойная получается по цвету, хотя она подходит туда. Это у нас нашего производителя, бабочка называется. Здесь много метров, 1000 ярдов, что ли. 914 метров, ну да, ничего себе, обошьюсь. Вот, ну и несколько отрезов вот таких вот еще. Вот этот зеленый мне понравился, классное сочетание, вот так, прям шикарно, что ты бери шеи.
И вот эту ткань я тоже просто сама докупила полметра. Она мне понравилась. Она вот какая-то такая, знаете, и вроде бы простая, в то же время какая-то сложная. Не знаю. Интересный оттенок. Миленькие цветочки синенькие. Сюда нужно купить что-то белое с какими-то мелкими синими цветочками. Будет тоже какой-то комплект бомбический. Нужно подумать, что с этим делать. Так, швейная. Все, больше нет. И я вам говорила, с бисером я докупила основу. Сейчас я вам покажу. Основа здесь просто бомбическая. Мне она так понравилась. Прям вот взяла бы ее и съела. Какая она классная. Вот так надо с близкого расстояния с подсветкой. Вот. Это у нас. Так, это у нас. Ай, так, ну прочитаем. 32 каунт, Белфаст 26 на 35 инчей. Огромный кусок. Мне всегда их инчи путают. Я покупаю всегда больше. Они специально это делают. Так, это вдвое. Опа. Это вдвое. Ой, какая она красивая. Ой, какая она шикарная. Так, зачем я ее купила? Тут вопрос, главное, успеть вам показать, потому что сейчас сосядет батарея. Так, у меня есть мирабилия. Рождественское там украшение. Вставлю вам быстренько здесь фотографию. Вот. Я ее вышиваю на льне 28 каунта. В принципе, мне здесь все нравится. Красиво ложится, красивая основа, все шикарно. Но я-то, когда начинала, совсем-то не подумала, что все это мирабили, ну все, в основном идут на 32 каунте, я посмотрела. И если я их буду вышивать, ну, соответственно, на 32 каунте, то все будут одного размера, это будет такая дама гигантская. Вот, она у меня будет сильно, конечно, выбиваться из всей коллекции. И подумав об этом, я решила, что пока не поздно, тут-то немного вышито, нужно сменить каунт. Как вы считаете, девочки, надо сменить или я зря парюсь? Ну вот это огромный кусок, она будет явно очень большая, ну по сравнению с другими мирабилиями. Так сама по себе одна работа большая, она была бы, ну, классная, а что, большая красивая работа. Вот, но нужно подумать о том, как она будет потом оформляться. Это, кстати, все нитки. Вот. Можно положить хотя бы какие-то такие темные цвета, посмотреть, как они будут смотреться. Ой, ну шикарно. Шикарно смотрятся. Тут даже что говорить. Ну вот эти еще проверить надо. Такие сложные цвета. Ой, да все шикарно смотрится. Мне все нравится. Ничего не сливается. Все, все просто потрясающе. Мне кажется, надо менять. Как вы считаете? Так как пока еще я не сильно настартовала, ну, навышивала, настартовала, заговариваюсь уже, вот всего лишь вот. Тоже, конечно, красиво. Но мне кажется, здесь будет прям вот волшебно, сочно, очень интересно. А здесь я потом как-то распущу потихоньку. Это у меня было под другой процесс куплено, специально покупала эту основу, не просто так. Вот, поэтому ничего у меня, как говорится, не пропадет. Ну, какие еще цвета положить? Давайте вот эти я еще разложу. Ну, все классно смотрится. Все будет очень ярко, сочно, подчеркнуто. Мне кажется, надо менять. Надо менять основу. Вот, раз я уж начала, я пока новые какие-то мирабилии не буду начинать. Мне нужно завершить то, что я начала. Нитки лежат, собранные. Вот, поэтому я постепенно об этом думаю. Времени сейчас у меня мало, я не могу вышивать много процессов. И мне нужно как-то более грамотно подходить к моим процессам, которые я беру в работу. Я вам сейчас показала, что у меня в планах на апрель месяц. Вот, ну, а это уже будет к зиме, и я тоже об этом думаю, как, что буду я вышивать, потому что эту работу я буду завершать обязательно. Она мне нравится, у меня собраны все материалы, в смысле бисера, там всех этих украшений. Вот, единственное, что у меня пришла идея, что нужно заменить основу, чтобы вот именно не было
такого диссонанса по размерам, когда я буду еще вышивать разные мирабили постепенно, и ну, она будет на 28-м каунте просто огромная, а здесь 32-й. Вот, я 32-й каунт и взяла. Конечно, я не нашла именно тот, что по ключу, его, наверное, уже давно нет, поэтому я взяла, ну, можно сказать так, на глазок. Вот. Тут тоже, видите, Belfast Mystery Blue лен, его не было вот этого цвета, но я взяла вот такой тоже очень красивый Belfast 32-го каунта с разводами. Как раз это будет первая основа с разводами. Я обычно стараюсь избегать таких вот тканей. Ну, надо хоть раз попробовать, получить некоторый опыт. Правильно? Смотрите. Шикарный отрез. Ох, какие переходы, простите. Вот, надо пробовать. Ну, вот такие вот у меня, в общем-то, новости. Так, ну вот такие вот мои новости за март месяц. Чуть-чуть вышивала, немножко шила, немножко занималась хардангером. В общем, какие-то процессы у меня потихоньку продвигаются. Вот. И еще хотела сделать я небольшое объявление. Я сейчас делаю дозаказ по наборам Ланарта, иногда привожу. Редко делаю заказы. Вот сейчас у меня собирается, комплектуется заказ. Если вы хотите какой-то набор Ланарта, не находите, либо еще что-то, я могу привести под заказ, конечно, из того, что производится. Я есть во всех соцсетях, там есть ссылки, есть информация. Заходите, смотрите, пишите в личку, я вам дам подробно всю-всю информацию. Вот, есть еще несколько дней, мне нужно доукомплектовать, дам, отправлю заказ. Вот, ну, вот такие вот у меня сейчас новости. Вот, на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока.